создание Астаны как крупного международного, как крупного центра, культурного центра Евразии, это, конечно, очень серьезная задача, но я должен сказать, что на сегодняшний день она уже имеет очень хорошую базу, создана хорошая база. Вот ведь если начинать, можно сказать, что Астана начиналась с нуля. Здесь был маленький театр и маленькая филармония, небольшой музей, библиотека и так далее, все. Конечно, это несравнимое, что сегодня уже создано. Конечно, основа, вот я говорю, что уже база создана, здесь уже построен очень известный, на сегодня, несмотря на короткий срок, театр оперы и балета «Астана-Опера». Здесь созданный коллектив, построен концертный зал «Казахстан». Затем построен великолепный дворец мира и согласия там с хорошим оперным залом. Затем у нас библиотека великолепная, музей прекрасный, все. То есть уже база есть. Но сегодня, конечно, вот наш этап в этом задаче будет, я думаю, что она будет отражена в той программе, которая готовится по 100 шагов, выполнение этих 5 реформ, то это содержание, наполнение содержанием. Как вот музей нужно наполнить экспонатами, экспозициями, так и театры, и концертные организации, концертный зал должны наполниться хорошим содержанием. Предстоящие, которые разрабатываются программы по реализации 100 шагов, я думаю, в культуре будет уделено тоже немалое место, потому что воздействие культуры на общество, на граждан, оно трудно его переоценить. Потому что и экономика должна быть культурной, и промышленность должна быть культурной, и все должно быть культурной. В общем-то, все идет от культуры, то есть от культурного человека. А именно вот как бы создание, воспитание культурного человека, она вот лежит как на образовании, так в большей степени на отрасли культуры. Поэтому культура, она, конечно, поможет и наше государство укрепить и сделать его еще более узнаваемым, еще более стабильным и еще более успешным.